Во-вторых, публикуя там, скажем, один уровень зарплаты, встречаясь потом на собеседовании с реальными кандидатами, ну, первых задачи вынуждены повышать уровень зарплаты, да? В-третьих, работодатели вынуждены повышать зарплату уже работающим сотрудникам для того, чтобы их удержать. Поэтому на самом деле вот сейчас очень много очень серьезно говорит, в том числе и за счет повышения зарплаты уже работающих.